Всем привет, с вами Аня. Данная роль до видео будет об... Да-да, как вы уже успели догадаться, о пустых баночках. У меня накопилось очень много, уже просто не влазит в пакет, поэтому хочу поскорее от них избавиться и рассказать вам о продуктах, которые мне понравились, которые не понравились, стоит что покупать, что не стоит. Если вам интересно данного рода видео, то оставайтесь со мной. Я буду доставать в разнобой. Первое, что у меня закончилось, это не косметическое, это жидкость для снятия, жидкость для линз, для хранения линз Optifree. Мне нравится именно вот эта жидкость, здесь 355 мл, ее хватает надолго, и да, она мне нравится. Следующее, это вот такой дуэт от Giovanni, шампунь и кондиционер, превосходная просто парочка. Ультислик шампу и кондиционер, бразильский кератин и органовое масло. Пахнет карамелькой. Срез хватило очень надолго. Они без СЛС, без парабенов, натуральные. Не знаю, что о них еще сказать. Они просто покорили мое сердце. Еще закажу и буду заказывать. Так, следующее, что мне попадается, это Yves Saint Laurent. Это крем-гель для немножко увяшей, что ли, антивозрастное средство это. Оно мне не понравилось, оно такое достаточно, я не знаю, как больше гелевое. Не знаю, раз это антивозрастное, возможно, поэтому мне не подошло. Следующее. Хотела рассказать о таких двух щеточках от Президент. Вот это первое. Отбеливающая щетка, она как обычная щетка с колпачком, хорошая щетка, хорошо очищает зубы, а вторая щеточка, она очень необычная, она натуральная, natural тут написано, она из натурального ворса, то есть вот, я не знаю, я до этого не встречала таких щеток, которые из натурального ворса, она любителя, очень необычно, но тем не менее очень хорошо очищает зубы. Следующее средство, которое попадается мне от Bioderm, это вот Skin Best Serum in Cream. Это такой тоже крем-гель, даже сыворотка, что ли, сыворотка-гель. Мне он понравился, хорошо увлажнял лицо, хватило тоже надолго, пользовалась как утром, так и вечером. Хорошее средство. Следующее. Это паста от Himalaya. Видите, сколько еще осталось. Она мне не закончилась. Просто я ее вот это все с трудом израсходовала. Она отвратительная. Больше никогда ее не куплю, не закажу. Заказывала на iHerb. Просто чистишь зубы, через 5 минут как будто зубы не чищенные. Ничего не делает. Она тоже без парабенов, без всяких вредных веществ. Но мне не понравилось. Отвратительное средство. Следующее, что у меня закончилось, ну как закончилось, тут осталось еще все-таки немного, это вот такое знаменитое яблочко от Donna Karan by New York, Декнай, аромат, это у меня с красным яблоком, по-моему, да, этот аромат у меня хранился, покупала его в Duty Free в Испании, и этот аромат у меня стоял, я не знала сколько лет, лет 7-8, и он до сих пор тот самый, ничуть не выдохся, стойкий, классный, просто надоел запах и долго стоял, поэтому выкидываю. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вид воск салонный. Теплый воск для депиляции эфирными маслами, пахнет очень приятно. Хватило мне его на, наверное, месяцев 7, может, нет, меньше даже 6. Тут немножко осталось, выкидываю, потому что получала много раз ожоги. С ними им очень тяжело пользоваться, потому что если он чуть, если его наносишь сильно горячим, получаешь ожоги. Если чуть-чуть он остывает, он уже не схватывает просто волосы. Поэтому я не знаю, я больше его вряд ли куплю. Очень опасно, потому что ожоги очень долго заживают. Следующее средство это вот такая пена для ванн. Ну, она как бы детская, но можно и взрослым, я думаю, использовать. Она очень приятная. У меня сын использовал. Сос пены для купания малышей. Профилактика при первых признаках простуды. А вот эту надпись я заметила только после того, как уже купила ее. И очень классно, что вот
такое придумали, до этого я тоже не встречала. С первого года жизни. Так, с пеной мы разобрались. Следующее. У меня заканчивается, еще не совсем закончилось. Это вот такое африканское черное мыло. Сайхерба тоже натуральное. Оно с алоем, витамином Е и еще с чем-то. В общем, классное мыло. Вообще просто супер. Это мой must-have, мой фаворит. Оно такое черное, пахнет как бы конфетками-барбарисами. Хватает очень надолго. Я им умываю лицо. Оно не сушит кожу мою сухую. А руки для всего, в принципе. Ну, тело не мыло им, но лицо хорошо очищает. Я думаю, закажу еще. Да, оно классное. Все его заказывают, все хвалят. Следующее, это вот такой мой любимчик тоже. Крем Гарнье. 24 часа увлажнения для сухой, очень сухой кожи. Ой, я не знаю, какая по счету эта баночка, я его обожаю, просто куплю еще, еще и еще, увлажняет хорошо, потому что масла, даже масла мою кожу не спасают, как вот этот крем. А следующее тоже мой любимчик, это вот такая маска для ног с персиком, такие носочки с абрикосом, да, не с персиком, интенсивное увлажнение, хорошо, да, увлажняет, как обычный крем, но мне нравятся вот именно вот эти носочки, именно вот с абрикосом, именно вот этой фирмы Skin Light. Покупаю постоянно их просто. Следующее, что у меня закончилось, это детское мыло жидкое. Почему показываю это детское мыло? Потому что оно мне безумно не понравилось. Тут написано, что он не содержит никаких тоже вредных красителей. Мягко очищает для детей с нуля. Но он вообще ничего не очищает, ничего не делает, не промывает. Он такого прозрачного цвета, консистенции такой легкой, жидкий. Не знаю, мир детства, хоть и неплохая фирма, но именно это мыло я больше никогда не возьму. Не понравилось. Следующее, это вот такой мини-аромат от Yves Rocher. Это с земляникой. Допользовала. Я вообще люблю вот эти миньки, но они быстро надоедают и... У меня духи, все ароматы держатся очень долго, они нескончаемые. И с трудом мне даже вот эти 20 мл удалось допользовать. Но вот именно земляничный, он очень приятный. Следующая тоже распошла речь о Yves Rocher. У меня закончились вот таких тоже два мини-геля для душа. Один с малиной, очень классный. Запах божественный. И второй тоже мой любимчик, который я покупаю всегда, это с оливкой. Именно вот Yves Rocher, если что касается запаха олива, то мне нравится именно Yves Rocher. Вот его я покупаю всегда и в больших, и маленьких вариантах. Просто вот тут брала в дорогу когда-то, поэтому вот такие варианты. Следующее, что у меня закончилось, это зубная паста Сплат. Пасты Сплат я, так же как и пасты Президент, уважаю. Эта паста у меня ультракомплекс, отбеливание для чувствительных зубов. То есть и отбеливание, и чувствительные зубы. Это то, что мне надо, и паста понравилась. Следующее, у меня в основном тут уже пробники остались. Вот такая маска H&M, 199 рублей. На ценнике смотрю. Это огуречная маска, пилинг с экстрактом огурца, удаляет грязь и омертвевшие клетки с поверхности кожи, оставляют на лице ощущение свежести. Но она снимается пленкой, такие маски мне не подходят, потому что у меня нормально склонная к сухости кожа, она больше для жирной. Кто любит маски, пленки и для жирной кожи, то советую. Мне она немножко не подошла. Следующее, что у меня закончилось, это бальзам для губ Nivea интенсивная защита SPF 15. Приятный бальзамчик, хорошенький, тоже долго не могла закончить. Брала его на улицу с собой. Неплохой. А вот этот бальзамчик от Хураф фирмы. Натуральный сайхерба заказывала. Он превосходный. Он просто так хорошо увлажняет. Это голубая ромашка и ваниль. Ваниль, да. Он просто классный. Если им пользоваться только на ночь, то просто... Превосходное увлажнение, но потом я стала им пользоваться чаще, и увлажнение уже менее интенсивное получается, но я закажу его еще, мне оно понравилось. Так, следующее, что у меня закончилось, это вот такие салфеточки для снятия лака.
Мне они не понравились, потому что хоть написано без спирта и ацетона, они сильно маслянистые, на маслянистой основе, все руки потом в масле. И одной салфетки, естественно, не хватает, чтобы снять там, надо 3-4. Не знаю, вряд ли я больше возьму, брала в дорогу, удобный вариант. Следующее, что у меня закончилось, это вот такие три пробника помады от Guerlain Kiss Kiss. Сейчас я скажу, какие цвета, и расскажу подробнее о них. Вот этот цвет, вот первый цвет, вот этот, номер 368 Baby Rose. Не понравился вообще, он у меня полный, я выбрасываю, он сушит губы, ложится каким-то неровным слоем, некрасиво смотрится вообще, хотя цвет вот на вид мой любимый. Не пользовал, не нравится. Следующий цвет, номер 325 Rose Kiss. Это мой идеально красный цвет. Вот он до дырочки, не знаю, видно здесь нет. Это мой фаворит. Я куплю полноразмерку обязательно этого цвета. Это идеальный красный. 344 Sexy Coral. Это вот последний вот этот цвет. Он немножко такой светло-красно-морковный, что ли. Тоже классный цвет, тоже так же, как и вот этот красный. Они держались идеально на губах, долго, стойко. Не скатывались, ничего с ними не происходило до первого приема пищи. И хватило, я не знаю, вот этих двух пробников мне хватило на полгода точно, если не больше. То есть помады Guerlain Kiss Kiss меня покорили. Так, здесь остались уже пробнички, поэтому буду показывать вам понемножечку уже. Так, закончилось у меня 4 вот таких пробника, сразу 4. Сейчас покажу вам. От корейской фирмы Сиси Крем. Корейской фирмы. Фирма называется Natural Republic. SPF 30. Сиси Крем мне не понравился. У него слишком легкое покрытие. Ну, наверное, как и должно быть, но не знаю, мне кажется, он вообще ничего не перекрывает. Это какой-то летний вариант. А точно такой же у меня был BB крем. Вот точно такой же. Тот мне понравился. Да, тот классный. Следующая от корейской фирмы, это вот такая затирка для пор Skin Food. Ну, я немного, не знаю, у меня нету особо расширенных пор, поэтому немножко не для меня. А так вообще это средство хвалят. Следующее, это такой лосьон с алоэ. Ну, неплохой, но ничего не могу сказать про него. Такой средний, наверное, для меня. Тони Моли, кстати. И последнее, да? Да, последнее средство, которое тоже из корейской фирмы. Это вот такая улиточная умывалка. Вот. Улиточная умывалка неплохая, да? Неплохая, но к ней надо привыкнуть, потому что все средства у них со специфическим запахом, такой текстуры какой-то необычной. Поэтому, если вам нравится, то, в принципе, можно попробовать. И на этом все, пакет мой освободился, слава богу, я все это выброшу. Такие мои были пустые баночки февраля. Пишите мне в комментариях обязательно, у кого, кто пользовался этими же средствами, кому что понравилось, кому что нет. Ну, на этом все, до скорых встреч, пока-пока!